Те, ёпта. Здорово. Так, как-то давненько я уже хотел там этот самый что-то снять видео, какие добавки принимать натурала, ну или вообще что натурала, ну такое слово уже заезженное, ёпта иметь, ну спортсмену, короче, ну который не принимает ничего там, да, занимается там, скажем, хобби у него такое, спорт любимый, вот. Короче, занимаются. Надо им что-то принимать. Что надо принимать спортсмену? По порядку сейчас. То что надо вспомнить? Я, блин, список не составлял. Короче, что так снять. Пара звездяйских видео, думаю, пойдет. А в комментариях, что там, в описании к видео я, короче, напишу, что там, как принимать. Вот. Если что-то будет непонятно, короче, спрашиваю в комментариях, я отвечу обязательно стопудово. Вот. Первое это надо. Что нам надо? Это можно взять протеин, второе креатин, третье L-карнитин, четвертое витамины группы В обязательно какие-нибудь. Вот я, допустим, такие беру, вообще самые дешевые, ундивит. Блин, нормально работает, блин, ощущается, блин, и не надо ничего там других. Я пробовал дорогие, брал, короче, смотрю обычно по ногтям. Вот, у меня кутикулы обычно облазить начинают, ну вот мои кутикулы, в принципе. Как видно, не видно, в принципе, нормально. Ногти тоже такие прочненькие стали, короче, хорошие. Когда не пьешь витамины, облазят, пьешь витамины, не облазят. Нормально. Витамины, потом креатин я говорил, да? Креатин. Вот. Так, что там еще? Аминокислоты, ну, БЦА желательно. Потом глютамин или аргинин. Вот это вот самые такие основные пищевые добавки, которые должны быть в твоем арсенале. Вот, это очень важно. Что касается по поводу протика, ну протик в принципе он не столь обязателен, все остальное обязательно, а вот протеин как бы ну так по желанию, то есть лишние бабусы там можешь купить, вот, а так дело в том, что белок ты можешь получить из пищи достаточное количество, вот, из мяса, но если тебе впадло готовят, ну тогда да, можешь уже взять протеин в принципе. Вот такой вот небольшой набор спортивного питания, то есть ничего сверхъестественного нету, вот. То есть я такой перечислил самое основное, то, что я обычно принимаю. Вот, то, что я беру. По поводу креатина, то, что там кричат, он не рабочий, нифига, не это самое. Рабочий, никого не слушайте, все нормально работает. И не надо брать только там всякие какие-то новомодные формулы креатина, потому что, блин, ну, то все разводняк, берите обычный моногидрат, да и все. Вот, я, как правило, беру от Биотех. Биотех уже проверенный, такой нормально работает, все в порядке. Так что вот такие вот дела. В общем, в описании, короче, я напишу, как что принимать там. В общем, понравилось видео, было полезно. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока.